чё моргал-то?
Thank you.
Коньяк, ром, текила, виски, хеннесси, шарики, вино, виагра, шампанское, пиво, бренди, сигареты, колбаса, копченая, недорого. Следующий на монтажке подъеду. А что там справа езди, крутануться мне, если за тобой поехать. Пролезешь. 22. Пролезешь. Не понял, повтори. Давай, поворачивай. Миша-то позвонил.
нет еще. Серега, давай вправо, там ближе к выезду, ты далеко поехал. Миша, принимаешь? Че, Серега, набрал? Как все проходит? Миша, принимаешь? Принимаю. Давай вот с Газпрома второй выезд, напротив него налево, на стоянку. Понял, понял. Дружище, а где ты колбасу продаешь? Что за колбаса? Вот, принимаешь. Колбасу где продаешь? Колбаса, где колбаса? А тут на стоянке ж продавал кто-то. Колбаса в магазине, у тебя в штанах. Не, он там кричал, дружище, может там это что, вышел с машины. Никто не брал, не знаете какого качества? Не, не пробовал. Блять, Олег, принимаешь? Да, черт. Ну, сейчас, блять, со стоянки выезжал, еще сцепление, так.
Федеральная сеть «Петромастер» предлагает широкий ассортимент шин и дисков для грузовиков. Низкие цены, гарантия, шиномонтаж, шиноремонт. Находимся на стоянке придорожного комплекса «Уют» на 186-м километре от Омска. Ну и хуй с ним, есть и есть, блин. Вот кафе «Уют», мотель «Уют», о котором я неоднократно говорил. Свежий, теплый. На Витебскане, проедь вперед на переднюю площадку. Не задерживай проезжую часть. Вот. Ну, все в норме. Охраняемая платная стоянка. Только летом я размещал видео, где молодежь приезжала. Пьяные там шумели, орали они. Вот, не знаю, понравится вам или нет. Но я тут остановлюсь. Через дорогу аж идти. Постоянно. Деньги как ты будешь снимать-то? Через дорогу идти? Понял. Пойдем деньги снимем, назад сдадим и выйдем. А то они еще долго будут стоять, потом не выйдем мы с тобой. Кто тут колбасу продает на машине? Не брал, не проверял, как качество. Поедь немного вперед, а задел тебе зеркало. А то не раз уже надевали. Шпилевал, забудь, ты станешь, все лучше. Да, я сейчас уеду, просто он это и слышал, объявлял. Сейчас зову, его не отвечает. Ну, вышел, наверное, из машины. Ну, тут они возле обычного трех семерок стоят. Уже топливо, надо отправить на он. А, у заправки, да? У заправки. Куда ты доезжаешь? Хорошо, я отъеду. Время топлива куплю, ребята. Никто не разберет. Колбаса, ты где?
топлива, Газпромы. Заправляйся после этого здесь. Автостоянка Лиман, дизельное топливо летнее 27 рублей, сделано 28 рублей. Снимаем банковские карточки. 27 километр Тюмени направо, 196 километр. Дружище, вот коннектор будешь в канале. Топливо. Документы были у него. Литров у тебя? 150 по 30. А, тогда, дружище, у нас не получится, потому что ты дорогой.
Центр грузовочный монтаж работает с картами «Шина» и «Лиза». Кафе, гостиница, баня, автостоянка «Яман». Что, здраво встанем или как? Ребята, как там, обладку сделали, нет? Ребята, подскажите, обладку сделали, нет? Да, сделали. Ну, спасибо. Ты весовую проходишь, и там же сейчас новое объездное сделали. Там указатель на Новосибирск. На объездное поворачиваешь направо и поехал. Все, там развязка будет первая. Указатель, по-моему, Петропавловск направо. Все, на нее поворачивай, пошел от той развязки где-то километров, наверное, 70, тебе будет Москаленко. Я по Альбиной-то ездил, просто я не буду где-то уходить. Ну, вот на развязке, там одна развязка на Петропавловск, там в Москве-то железнодорожные сети. А одна развязка такая, одна на город уходит, а вторая направо на Петропавловск. Ну, не та развязка, где мы ходили на кольцо, там, на этот, указатель на Челябинск туда. Ну, если ты по той развязке уйдешь, то уйдешь ты прямо на кольцо туда, на Омск. А то тебе направо надо будет. Понял. Ну, где раньше выезжали на этот Волток? Мне надо туда, на вправо. Отсюда и надо доехать, потому что... Дорожный комплекс «Союз» приветствует вас. Тебе надо быть от конца, чтобы такое разрядное жилище. Это было очень важно.
там дизельное топливо летнее 27 рублей, зимнее 28 рублей. Принимаем банковские карты. 427 километр от Тюмени направо, 196 километр от Омска налево. Продолжение следует...
Пиковый. Там, значит, Аня идет еще одна. Что, не так далеко пошли, пробуй. Я тебя придержу. Далеко можно обойти, уходи.
Самолет полкрана газ справа.
упался, там упался. Валит мне, давай, подкатывай, автоматичное что-то. Ну, хуяк, я давай его прижимать, загонять, они вот сзади спрятались там. Я обгоняюсь, не обгоняюсь, я их номера, блядь, не вижу. Да и что-то, ну, терминатор, я пистолет их положи. Питы стоят, да, их нахуй ментам. Я вот эти мне гонял, они сутка помогли, положили. Может, помогли кому-то. Это, блядь, вовремя скатиться, так гранаты нету. Так интересно, но просто по этому малыну расскажу. Ну, хуй, в том-то и дело, что было бы прикольно послушать, там так, запиздеть. Там, как бы, блядь, я подсажусь, ехал, блядь, ну, прицеплял маленько. Я его раз обогнал, так, любой. Да, сука, блядь, они давали мне в коробку зажимать. Вот я их спрашиваю. Давай остановим, все. Давай останавливайся. Ну, погоди, другом песком эти звездки мусора бывают. Нет, так попробуй, кстати, вот сейчас мы с пацанами все равно на суставу было тихонько приехать. Буду же я, блядь, всю дорогу перекрывать, пройти, что за дела. Чтобы ребята рассказали, что мне там бабыной махал в окошко. Просто вот чисто поржать. И ты что там, Гадди, подстрахуете, ребят, маленько? Без проблем, без проблем. Парни говорят, стоял в мусора. Сейчас очень интересно узнать, что он мне бабыной махал. Хотел. Сейчас мы их поджали, надо их просто оттуда не выпустить. Да, вот они за мной идут, так же на опорной, не знаю, тут в любом пульсе. Пацаны там, смотрите, перед суставом вот эти стоят, да? Они, блядь, подъедут. Ну не погал, подскажи, тут нас всех остановили, а? Да не, они тебе в бросал, аккуратно не ответят. Просто вот там факт будет интересно узнать, что там за разборки такие тут были. Ну давай, ты самое главное туда вперед не пропустил, вот вы их прижали. А я вижу, что вы их прижали, и они не пойдут там гонять. Так я их начну останавливать, они поедут. Остановился возле ДПСа? Да-да-да, я сказал ему, сейчас не знаю, он остановится, нет. Я-то буду тоже останавливаться, как бы просто сам факт, интересно пройти, что там были за такие дела, жесть. Жаба задавила, что обошел их. Дело не в жабе, блядь, что мужик на Скайне 80, наверное, Америке хуй 90. Этот на бумере вроде швыд косого, а этот на жучке нет. Ну я раз его остановил, второй. Они меня потом, блядь, в коробку взяли, этот из бумера, давай волыну мне показывать. Что-то там орать на меня. Я, блядь, посреди дороги останавливаться не стал. Все-таки участок со скоростной. Но, блядь, вообще-то так неприлично делать. Сейчас он смотрит, наверное, хуй. Сейчас он, наверное, выдернет их. А хуй мне их выдернуть, мне интересно спросить, что это было. Просто, блядь, там факт волыны вот этой, конечно. Останавливайся тоже. Я сейчас буду останавливаться.
Там на выходе, на Омске. Принимаешь 05-43? Да. Где там колесик вроде на среднем, на тележке, блядь, как-то болтает, что ли?
голову махали там, блядь. Но это решили вот, блядь, там сказать нахуй. Вот это с колен они выпустили, давай, блядь, толкаться, податься, все, заталкивайся, там пиздец, хуёшь, блядь. Кони, в какую сторону идут и на чем, парни?